А где наш тортик? А, вот. Мы еще хотим угостить наших соседей. Очень хороший торт. Я даже Happy birthday, Маша, baby Маша. Так, надо очень аккуратно с обезьянами. Be careful with bander, bander. Он говорит, нет, они любят бананы. Да не только бананы. Это то, да, они просто... Прямо квартира открытая. Никаких занавесочек. Коробку они тоже могут проверить. Они же не глупые, они же понимают, что наверняка что-то вкусное несет. Привет! Darling, I need for pasta for evening. No, I need milk for pasta. Buy one. Вечером будем делать пасту, да. Надо молоко, я делаю на молочном соусе. Да, давай, ага. This is Lassie. And paneer. Paneer. Давай панир. Пусть будет панир. Молоко. У меня, по-моему, тоже есть 2 рупии где-то. Я видела. Ага, this five, ага. Вот этот домик ничейный. Написано, что принадлежит Шри Сатья Саи Лока Сева Траст. Трасту принадлежит. И Моданахале. Давай пешком-то, ты чего, ей-богу? Барин какой. Что тут будут делать? Просто чистят. Много мусора Hi. Было. Сайра. Хай. Камера, камера. Как они любят. Сайра. For YouTube. For Russian people. Сайра. People. Сайра. Сопа, сопа. Сайра, сайра. Как? Нет, ну Саши, ну ей-богу. Машина, говорит, едет. Если пустой, то он нас довезет. Но он не пустой. Тут вот осталось-то 30 метров. Мы, конечно, утяжелились на вес круассанчиков и тортика. Но еще можем идти. My baby. Happy. Very happy. Very happy. Only I miss them. I want to be with them. Он говорит, счастливы, но я только, говорит, скучаю по ним. Я тоже скучаю по ним. Ой, когда уж им можно будет сюда приехать? Сайрам. Сайрам. Откуда звук? Да, да, да. Very good. Let's go to the floor and give them. Мы сейчас проверим, там они дома или не дома. Леночка, Леночка, Сайра. Можно вам тортик подарить? Вернее, пол тортика. Мы отмечаем. Мы уже съели пол тортика в Хануман кафе, а это вам. У вас, к сожалению, нет холодильника, мы бы вам целый тортик заказали. Но мы потом отрежем и вам принесем. А может, какие соседи есть, индейцы? Есть.
Ну, подари им, пожалуйста, за здоровье нашей Маши. И Пурушотама. Спасибо. Вы потом с ними познакомитесь, они на нашем этаже. Ага. Такая пара чудесная, это два ангела, у них имя Пурушотама, я потом почитала. Да вообще у индусов все божественные имена. Ага, да, да, и да. И Лакшми, пожалуйста. Лакшми, да, богиня. Да. Вот спасибо большое, что спасибо. Приняли, разделили с нами мы наш стол. Мы будем счастливы, мы угу. 100 лет не ели тортика. А из Хануман-кафе самые вкусные в Путапарте, ты знаешь, да? Ага, спасибо. Все, отмечается. У твоего внука? У внучки, у Машеньки 3 года сегодня. 3 года? Да. 3 года? 3 года, вот такая вот. Спасибо, спасибо все. Угу. Привет Федору передавай. Спасибо, Лена. Счастливо. Ой, как хорошо. Как хорошо. Так-то, конечно, ну да, мне напишут, что кто ж так несет кусочками полторта. У них нету холодильника. Поэтому вот она сказала, говорит, я отрежу кусочек, остальное вам. Вот. Ну все, друзья. Вечером у меня еще будет паста. А может, даже додумаюсь, сподвигнусь приготовить пиццу. Разберусь в своей новой духовке. Вот. Всех обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока, всем добра и сметаны. Все, счастья. Хорошего иммунитета. Я насчет имени все думаю. Знаете, что я думаю? Что ведь дают же иногда 2-3 имени. Мария Антуанетта или Анна Мария. И мне очень понравились, ну, во-первых, я ее изначально Ухти-Тухти назвала. Может быть, вы смотрели, у меня в детстве была пластинка, вернее, у нас с Натальей. Это были аудиосказки разные. И там была «Ежик-прачка». И там была песенка «Ухти-Тухти, Ухти-Тухти, я лесная прачка. Ухти-Тухти, я стираю зайкам и собачкам». Ухти-тухти, вот. И так что-то мне это нравилось, и до сих пор у меня в голове эта песенка. Думаю, пусть она будет у меня от настроения в зависимости. Ухти-тухти. А если прямо она благородная-благородная, то пусть она будет Матильда, как Матильда Кшесинская, да? Или Кшесинская. Так, ну не важно. Вот, еще мне очень понравилось имя Нюша. Нюша, она такая милая. И Нюша, мне нравится, «Смешарики», кажется, да, называется сериал мультипликационный. Мы с сестрой обожаем, даже сейчас я периодически смотрю эту Нюшу. Она одна из самых любимых у меня героев. Она там одна девочка среди всех мальчиков, мне кажется. Или Каркуша еще там была. Вот. В общем, несколько имен у нее будет. Ну, еще голубушка, хозяюшка. Ой, ты моя золотая. Давай, давай, работай. Я тоже пойду чем-нибудь займусь общественно полезным. Цветы Саши купил. Еле нашел, говорит. Вот в воскресенье же все закрыто. Цветы для темпла. И видите, здесь так много цветов покупают для своих алтарей, для божеств. Ну и вот мы, естественно, еще и вокруг торта сделали такую композицию красивую. Я еще, знаете, что хочу? Вот, ну, мне кажется, может быть, это будет закрывать. Нет. Я хочу сделать наподобие мандала. Мандала, водная мандала, да? Water мандала. Как делали у нас в гостинице в Джайпуре. Они каждые несколько дней, у них же там деревья росли, опадали какие-то цветочки с деревьев. И они просто в красивые вазы, они красиво раскладывали цветы. Вазы с водой, такие глубокие, какие-то амфоры у них были. Ну и сейчас я и попробую это сделаю, да? Как-нибудь красиво. Это тоже
блюдо у меня с Джайпура. Наверное, по краям надо сделать белые, да, цветы. Вот так, а в середину я, наверное, розы сложу. Сайрам, water, thank you, put here, take this. Девушка. Сайрам, thank you, Сайрам. Воду принесли. Ну ладно, сейчас дам. Споткнулась об свои чапалы. Сижу, монтирую вчерашнее видео, рынок.
Сейчас. Ой, как мне это нравится. Так, ну мы вначале одну, да? Одну. Один бананчик дадим тебе. Бери. Ты дурачок какой-то. Ну ты что, не видишь, что ли? Или ты такой вежливый? Бери банан-то. Странный. Ты мне не показался таким уж вежливым в прошлый приход. Лежит банан. Что-то мне кажется, ты знаешь, ты какой-то наводчик. Вместо того, чтобы кушать аккуратно, ты так внимательно заглядываешь, что там у меня может быть. Я на всякий случай возьму все-таки палочку, сушу перчики. А он понимает. Даже не надо объяснять. С этим убедительным предметом они знакомы. Не доел даже. Слышишь? Я тебе сюда положу, ладно? Потом доешь. Эти пазы помою как-нибудь, друзья, не переживайте. Обязательно помою. Они меня просто не бесят настолько, чтобы уж прям вот кушать не могу, как хочу их помыть. Но обязательно помою. Кто там? Опять эта женщина пришла, хотела или приготовить что-нибудь, или помыть. Саша ей просто денежку решил дать. Купи, говорит себе, чай. Ой. I understand. I always tell her you wait if we need to, she tell you. Спасибо. Я всегда ей говорю, ты подожди, ну, в смысле, если мне надо будет, я ее всего лишь два раза приглашала. Я не знаю, почему она так часто приходит. Она работает каждый день у другой иностранки. Но вот иногда бывает время, подработку хочется. Я ей как-то сказала, говорю, ну, готовить не надо. Она говорит, ну, давай полы помою. Я говорю, не надо, говорю, давай, может быть, помоем окна. Она говорит, окна не хочу, окна мыть не буду.
Я говорю, Саша, может быть, ты ее попросишь, может быть, ты ей заплатишь. Хорошо, хорошо. Он... Нет, окна ей мыть тяжело. Я говорю, ну, значит, мне не тяжело. Пригласи, говорю, клининговую компанию какую-нибудь. Ну, так и не пригласи. Так, ну что, пришла пора ананаса. Очень вкусный. Но, конечно, по сравнению с манго, манго вообще медовая. Прямо самые сладкие из фруктов, которые вот в последнее время я ела. Но ананас тоже очень вкусный. I think will be rain. Yeah, very good. We need rain, Mama. Hope I already rainy season started. Uh-huh. Я думаю, будет дождь, друзья. Мне так кажется. Ну все. Всем пока. Всего хорошего. Хорошего настроения. Хороших мыслей. Хороших эмоций. Идей. Просто хорошего дня или вечера. Или хорошей ночи. Спокойной ночи. Спокойной.